Наезд на пешехода. Выпивший водитель насмерть сбил 48-летнего мужчину у обочины дороги. Произошла авария в селе Каменка Гладянского района. Результаты алкотеста показали, что автомобилист превысил допустимую норму алкоголя в 6 раз. Известно, что перед тем, как сесть за руль, он поругался с женой. Она попыталась остановить его, забрав документы и ключи от машины. Но мужчина воспользовался запасными ключами. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы и лишения прав. В минувшие выходные полиция изъяла права у 4 водителей, севших за руль пьяными. Еще около 800 остановили за превышение скорости. 174 автомобилиста оштрафовали за несоблюдение дорожных знаков. Еще 66 не уступили дорогу пешеходам. А у 37 не было при себе прав.